Завод по переработке молока откроют в ближайшее время в селе Ашага Аркит Хивского района. Современное оборудование позволит производить широкую линейку сыров, в том числе по итальянской и французской технологиям, а также мороженое и кисломолочную продукцию. Уже этой весной будет налажен выпуск рассольных сыров и пастеризованного молока. Производственные помещения занимают площадь 1500 квадратных метров. На предприятии будет создано до 100 постоянных рабочих мест. Разработана также программа развития сырьевой базы. Компания намерена создать кооператив собственной службой ветеринарного контроля и возможностью закупать молоко у населения в ближайших селах в радиусе 50 километров.